бережочек.
дела нормально. Вырубать кусты решил. Да почему машина едет, блядь? А, это царапает, да? Понятно. Это трамонтино или какой? Или самодельный? Это самодельный. Самодельный. Я трамонтиновский брал, он что-то, блядь, что-то ржавеет, что-то. Ну, конечно, дешмановский еще рублей за 300 успел взять в голомарке. Конечно, тем более в таких магазинах что-то хочешь. Да. Хорошие, что-то я смотрел, что-то пятеру, семеру где-то стоит. Хорошо. Мы еще, когда я еще, блядь, не помню, это классно, пятый, наверное, четвертый был. Раньше всегда вырубались эти противопожарные линии. Ну, это в лесах, понял? Ну да, эти просеки делали, да.